темный вечер так прозрачен, невесом. Но теперь вместе с нами, а моя любовь живет на 25-м этаже. Пока корреспонденты отдыхают, давай я у тебя возьму интервью. Дорогие друзья, рубрики «Не знаю какой» на канале «Не знаю каком». Не успел спросить у корреспондента, она убежала. Но микрофон у меня, камера здесь, а рядом со мной потряс... Да, тут написано. Точно, фэшн-концерт. А рядом со мной потрясающе, ну вы согласитесь со мной, просто великолепно, шикарный дизайнер Анастасия Мишина, бренд Стася и Стася. Вопрос. О чем спрашивать-то? Чего хочешь? Чего хочу? Ой, слушай, чего я хочу, это нельзя на широкую публику. А, мы про одежду, про коллекцию. Дизайнерская. Ой, коллекция, это не тебя буду спрашивать. Как коллекция называется? Вот вы объявляли. Кто мы? Вы. Я опять раздвоился. Да, мы же на ты. Я наш только свое. А я вот когда-нибудь доживу, когда Настя займется мужской одеждой. Почти. Вот видишь, почти, потому что я еще не в твоем пока. Ну, корни сегодня вышли в футболках от Стаси Анастасии. Так что в скором мы сейчас начинаем с верхней одежды пальто мужское разрабатывать, а потом рубашки, брюки, и наконец-таки я создам мужскую коллекцию. У меня очередь. Ну мы договорились, после корней я уже следующий на очередь, окей? Окей. Окей, все слышали, все, она сказала да! Так, ну ты не спросил меня, какая коллекция была, ты видел? А, да, да, про коллекцию. Подожди, не надо меня спрашивать, давай я тебя поспрашиваю. Настя, расскажи, пожалуйста, о коллекции, которая сейчас была. Ну, я показала эту прозрачность, да, в этом и в прошлом сезоне я показала прозрачность, смиксованная с кружевом. Здесь практически все модели звезды вышли, да, как бы в прозрачных платьях. Да, но прикрыто между тем. Но тем не менее, вроде бы платье прозрачно, а на самом деле ничего не видно. В этом была изюминка. Не видно, но, понимаешь, я вот как Дон Гуан, когда он Лепарелло рассказывал, говорит, мне достаточно увидеть только часть лодыжки, и я уже возжелаю эту женщину. Здесь, на самом деле, как раз вот эта тайна была, тайна женственности, тайна чувств. Это было супер, я еле удержался. В любом случае, мы произвели фурор, и мы уже участвуем в Estet Fashion Week 5 сезон, по-моему. Седьмой. Седьмой, ну, может быть, седьмой. Если с весенним балом, да, то седьмой. Вот. Поэтому спасибо. С вами была Стася Анастасия. С нами была Стася Анастасия и мегаведущий Борис Черкасов. Подписывайтесь на нас в инстаграмах. И... приходите в Крокус Сити Молл за платьишками. Анастасия да. Мишина, дизайнером. Пишите письма, вкладывайте купюры, не забывайте слать переводы. Да. Я уже был этим корреспондентом побывал. Ты от них зарплату забрал. Почему вы решили сопровождать показ, собственно, под ваши песни? Потому что мы дружим. С этим... между прочим, уже несколько лет. Дизайнером. Каждый показ мы участвуем у Анастасии Мишиной. И потом это весело. И у меня вот здесь в этом показе участвовала жена и дочка. Это я вот решил поддержать их таким образом. А какие у вас любимые дизайнеры? Юдашкин. Из наших имеете? Ну, есть, наверное, несколько. Ну, когда-то давно... Мне кажется, мы такие больше любители Филипп Лэйн. Можно ли это назвать? Нет, не совсем то. Да, или Том Форд, например. Ну, и раз уж про наши прошли, то я просто лично знаком с Симачевым был и сейчас, как бы, поэтому когда-то давно, вот, он был один из лидеров первых, а сейчас я, честно говоря, не особо слежу. Ну, есть друзья, вот, как, например, сегодня. Вот так. А носите ли вы украшения? Если да, то каких брендов? Ну, Саша, допустим, часы, Rolex. Ну, ладно, не скромничайте. Это не обязательно. На самом деле, не обязательно иметь дорогие какие-то вещи. Достаточно иметь просто прикольные дизайнерские. И это будет тебя выделять даже от остальных. А вы бы хотели пройтись по подиуму в качестве моделей? 100 раз мы ходили в качестве моделей, ничего нового. Так что ходили, но если бы за это много денег нам заплатили, мы бы пошли бы. Мы бы вообще петь перестали и стали бы ходить только.
Но мы слишком жирные. Да нормально же. Не, ну я нормально, да. Хорошо, спасибо вам, ребят, большое. Расскажи, каково было тебе сегодня принимать участие в качестве модели? Ну, вообще, я на самом деле не модель, но мне очень приятно, когда меня в этом качестве куда-то приглашают. И хожу, честно сказать, не ко всем дизайнерам. Какие твои любимые дизайнеры? Ну, во-первых, я очень люблю русских дизайнеров. Правда, не русские меня ни разу не звали. Но я очень люблю Стасю, потому что у нее очень женственные, красивые костюмы. Я уже делала фотосессию в ее комбинезоне прозрачном, произвела фурор в Инстаграм. По этой причине мне очень нравится ее одежда. Очень красивая, женственная. Единственное, что я сегодня пару раз чуть не упала на показе, но это даже... Волновалась? Нет, я не волновалась, просто я иногда наступаю... Я маленькая, во мне 1,62 м. Платье длинное, рассчитано на высоких девушек. И я, так знаете, немножко запуталась. Но вы меня уж простите, если кто это заметил. Я действительно очень старалась показать красоту этого платья. И на самом деле это платье, оно как раз-таки для жизни, для носки. И, то есть, смотрите, представляете, вы куда-то на Новый год, например, приходите в таком платье, такая вся красивая, в короне. Вы готовы? Я всегда готов. Больше, больше света. Вот вы такой строгий на мероприятии. А какой вы в жизни? И в жизни я такой же строгий. Не может быть. Да шучу, шучу. Я какой добрый, веселый, шутливый. Просто мероприятие в данный момент статусное, оно обязывает меня быть, держаться в строгости. То есть это называется академическое ведение. Наверное, я такой вокруг себя распространяю. Потому что ты все так близко двигаешь. Вокруг себя распространяю, наверное, такую ауру какого-то академического такого ведения. Меня приглашают вести балы, аукционы, недели моды. Но на самом деле, друзья мои, свадьбы это я веду весь. И праздники я веду тоже весело. Я ведущий веселый, интересный, образованный, умный. Ну, сама, продолжи. Элегантный, мужественный, да. Красивый. Друзья, запишу. Как еще? Очень экспрессивный, эмоциональный. Те мероприятия, которые вы ведете, какие вам больше всего нравятся? Я отвечу на этот вопрос. Может это показаться, конечно, что я говорю неправду, но я скажу так, мне нравятся все. Вот это честно, это от души. Почему? Потому что на каждом мероприятии, когда я иду ведущим, беру в руки микрофон, я себя отдаю целиком, без остатка. Я себя отдаю публике, я беру от публики ее эмоции. И мне нравится вот это взаимодействие с публикой. Казалось бы, здесь, да, неделя моды, нужно быть строгим, пафосным. Но, тем не менее, все равно взаимодействие с публикой есть. Я все равно ловлю аплодисменты, я все равно ловлю улыбки людей. Все равно оно есть, все равно взаимодействие есть. Вот когда, бывает, в Кремле награждаю кого-нибудь там официальное награждение, орденами, медалями. Там, да, там тяжело, там взаимодействия нету. Но, тем не менее, вот 6 часов награждения должно быть так, на пафосе. Вот там жесть. Ну и все равно нравится. Тоже интересно. И откуда у вас такая энергетика? Кофе! Много кофе. Постоянно, каждый день? Да нет, на самом деле, при чем тут кофе? Ну, откуда энергетика? От природы, наверное, от мамы с папой. Ну, так вот получилось. И как вам сегодняшнее мероприятие? Вот какие эмоции вы больше всего испытали? Как всегда, положительные. Хорошо, спасибо. Мы вам желаем дальнейших творческих успехов. Оставайтесь таким же веселым. А вы оставайтесь всегда с нами и не переключайтесь.